давай еще можешь перейти. Давай. Мама. Давай, раз, два. Телефончик уберите, пожалуйста. Я вам сказал. Я следую. Так, где у вас? Где мы можем, куда мы можем пройти? Сюда. А сюда. Спасибо большое вам. Сейчас проводится отбор вашей жизни. Так, завтра работала сегодня. Мы не можем. На вот там. Выступление эксклонта. Мы пойдем. Заходите. Дорогие сестры, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы отозвались. Чем более детально вы будете исполнять мои требования, естественно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с постановлением суда. Предлагаю вам его прочитать. Орловской области, давайте я договорю. В Советский районный суд города Орла и моему вышестоящему руководителю. Слушаю вас, пожалуйста. Да, я считаю, что вы не имеете права делать то, что вы делаете. Значит, я прошу вас. Значит, частный дом, и вы не имеете права. На основании было судебного постановления здесь как раз и разрешен о производстве обыска в жилище. Вы же читаете. Вы ворвались без разрешения хозяина. Естественно. Обыск так и проводится. И покажите постановление, что вы имеете право взорваться. Фамилия, имя, отчество. Я присутствующий. Фамилия, имя, отчество. Я присутствующий. Значит, на каком основании? Это человек вообще русский плохо знает. Звонок-то работает. Вы как ему даете постановление? Да? Звонок-то работает. Смотрите, секунду. Просто объясните, на каком основании вы ворвались провести обыск. Вадим, давайте мы взглянем. У вас есть документы с собой? А у вас приемы. У меня есть. Я хочу зафиксировать это на телефон. Нет, вы не сможете это. Почему я не делаю? Я вам запрещаю это делать. Я хочу ознакомиться. Я вам еще раз объясню. Предоставить свои документы. Разве вы не обязаны? Мы попросим сейчас всех снимать, пожалуйста, на видеокамеры ваши действия. Вы сейчас, внимание! Данный человек сейчас призывает вас к совершению противоправных действий. Вы нарушаете. Вы можете мне верить, можете не верить. Но здесь все будут призваны к порядку. Я прошу вас, пока прошу. Девушки, вам понятно было что? Этот человек оказался в институте. Вам понятно было что? Я услышала. Этот человек оказался в институте. Вы мне следуете. В основном пожилые люди не спят. Постановление туда не жизнь. Здоровые, одеты. Закон.